ложите ручки. И не ложите. Провод должен быть здесь. Не переживайте, расслабьтесь. Если, будет сильно, скажите, я послабее. Поехали. Наклоняйтесь. Все. А теперь возьмите себе сами на глаза, поставьте, как вам надо, и придержите. Вот так вот, да, вот так. Вот так, да. Все. Сейчас 2 секунды. Смотрите, я сейчас подтяну, если будет давить на ресничку, скажите. А ну как? Все, полетели. Смотрите, когда начнется игра, можете смотреть в любые стороны, куда хотите. И руки можно смотреть на твои ресницы. Ты боишься, нет? Нет. Так, я нормально? Тоже потом буду. Так, а ну говорите, видно? Есть. Есть, да? Ну что, поехали? Поехали. Повернитесь назад, посмотрите. Офигеть. Гляньте назад. Посмотрите назад. Ой-ой-ой! Это тянет тебя на тело. Сейчас будет весело. Только единственное, ножки не поднимайте, хорошо? Все, договорились. Зайчик, дай мне не переживай. Ой, кошмар. Пускай смотрят, сами захотят покататься. Ух! Мама! Ой-ё! Так. Переживаешь за маму? Боже, как это нереально круто! Мама! У меня ладошки все мокрые! Мама, ты не выпусти, не переживай! Класс! Хорошо. Видишь, как маме весело, а ты переживала. Ну, я старался, девушка. Все, можете снимать. Это виртуальная реальность, это не то. Круто. Нормально? Детей, для тебя свое, для мамы свое, понимаешь? Соня, покажи класс. Не переживай. Куда ты отсюда не будешь? У меня руки трусятся после аттракциона, кошмар. Ну нормально, да? Да, вообще круто. На здоровье. Круто. Да ну ты что, страшно было, у меня до сих пор сердце колотится. Давай, фу, да, ну ты что, у меня руки вспотели. Очень, да. И одевай сама. Еще, еще, на глазки вот так. Все, сейчас, подожди, зайка, подержи ручками, я сейчас протяну. Все, нормально, солнышко? Зарядись позитивом. Все, ложи ручки сюда. Все, смотри. Да. Все, ложи. Смотри, управляешь головой. Можно в бок, можно в стороны вот так, и можно вверх вниз. Все, поехали. Я рядышком, Сонь. Давайте я поверну. На всякий случай, чтобы если что-то. Если хотите, можете вот так обойти, поснимать экран там такой. Давай, зайка, поворачивай головой, поворачивай. Куда смотришь, туда и он летит. Mm-hmm.
Ну что, не созрели попробовать? Нет. Хорошо. Наоборот, прикольно, когда приходят люди покричать, посмеяться, повеселиться. Да, да, молчать так... зачем молчать? Сдерживаться, это я не знаю. Сонь, это нравится? Это не в другом месте. Мама. Здесь надо наоборот. Хорошо, покачать. Все правильно. Можешь назад посмотреть. Куда хочешь, туда и смотришь. Вот, смотри, можно вот так вот сделать. Бух! Поворачивай головку. У-ху! Смотри, классно, она летает. Хватит! Хватит! Я хотел пошатать немножко. На качели покатаем. Чуть-чуть, может. Да она сразу кричит, вы же видите, я начал. Давай кричи. Смотри, зайка, можешь шарики вот эти собирать. Видишь, он желтенький. Так, сейчас будет еще раз, и тогда будешь собирать. Сейчас, зайчик, потерпи секундочку. Полетели. Вот, смотри, зайка, видишь шарики? Вот, видишь, желтый, красный, вот. Можешь вот так сделать, смотри, я тебе сейчас помогу. Вот, смотри, вот так. Вот, смотри, оп, и споймала. И вот лови шарики. Оп, молодец. Надо было все-таки ее первую сажать, чтобы она не испугалась. Да, да. Покачать тебя? Покачать? Зайка, тебя пошатать? Нет. Не надо? Ну, не надо, так не надо. Она качается даже не. Ну да, 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 можно саму себя качать. Антон, что ты не делаешь? На! Саван, скажи привет! Так, сейчас, зайка, потерпи, еще немножко тут будет, сейчас третий. А почему вот эта красная штука появляется? Ну, закончилась, зайчик, теперь давай опять. Так, все, солнышко, прилетели, остановка универмаг Украина. Все на выход. Ну вот видишь, зайка, а ты боялась. Как тебе, понравилось? А ты боялась. Скажи, ставь лайк. Ставь лайк.